Então. Короткий пасик, да, как хотели, без забросов. Стеночки. Пас в ноги. Забыть. Да. Сейчас все так и будет. Ближнему. Ну, как мы умеем. Давай. Мы в Севилье, меня зовут Георгий Черданцев, и я дубль говорю, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарино. Камера-мотор, да. Месси. Обратно. Хороший день. Переходят они в атаку. Оп. Хорош. Отдает он передачу. И второй темп. И что дальше тут будет? С ударом. Здорово, хорош. Удалось блокировать удар. Вот. Перекрыл. Помощь поднимите. Все побежал, сейчас навес будет. Они там большие эти форварды, видишь? Он так и будет перевешиваться. Еще. Не торопясь, они разыгрывают пистолет. И бей. Еще. Да, хорош. Как уебали у нас. Валя, поменяй меня с ботом местами. С ботом местами? Да. Поменял. Ага. Там большой у них просто слева играет. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Не получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. Не зажимайте только. Центром отыгрывается. Вот. Назад, он тоже хорошо. Такие передачи растягивают, разрывают оборону. Да, желательно не потерять. Не смогли они мяч удержать. На фланге мяч, есть свободное место. Да, он там горил, конечно, знатно. Вводит мяч у них. С мячом вперед он идет. На дальнюю мяч идет. Хорошо. Продолжает эту атаку, но мяч еще в игре. Ура. Может он сравнять счет, но не реализует он свой момент. Прекрасная была возможность, да, наверное, очень выгодная возможность. Понимает, почему он не забил. Обидный эпизод. Влад. Хорошо. Все, коротенький. Коротенький. Это был. Чуть длиннее, чем коротенький. Месси. Это было два коротеньких. Подниму сразу. Опа, треугольничек. Хорошо. Оп. Ты про треугольники? Нормально, стеночка. Будет навес. Можно. Еще. Давай, коротенько. Ай-та-та-та. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Вот это уже. Это уже уровень, да? Уже уровень, да. Уже заметно. Толик, туда тебе. Есть время и пространство. Уже что-то кого-то куда-то. Отлично в отборе сыграно, аут. Ну, неплохо. Ошибается. Тоже уровень. Мяч перехватывает соперник. Оп. Да, большого держите. Держим, так... держим. За ноги, за руки. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Второй темп. Хорош. Рукой можно. Поехали. Ты холи тут. Тык-тык-тык-тык. Это почти, бля. Сорян. Давай-давай, шибец. Офсайд. Ооо. Фига он там. Булу Янг. Такузя из универа. Наш. Ко мне подойдите поближе, я не буду назад кидать. О, форварду. Да не. Хорош. Пробуй.
Вот теперь я сейчас на Диего вешайте. Диего. На Диего. На Диего вешай. Диего Марадона. Небольшой тоже. Мяч летит в центр штрафной. Потеряла атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Пицца не там все лошади. Че, при... возьми плешиво. Мяч вперед идет к чужим воротам. Хорош. Хорошая игра на перехвате, может, и вот мяч уже в распоряжении. Может через дом сыграть. Центр. Отличность. Они остались с мячом, так что можно продолжать. Отличность. Хорош, хорош. И вот надо поруб обострять. Можно навес сделать здесь. Вот с центром, с центром. И... Ладно. Судья позволяет продолжить атаку. Ах, можно... Было да, мне. Давал касание. Мяч за боковой линией. Ну, Макс, а ну что-то пошло, блин, на колено. Я с другой стороны. Месси. Я понял, но я не тебе. Моряк. И чё? Хорош, пош... Интересно, куда дальше мяч пойдёт? Важно нарежь. Трогать. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Вадик. Отдаёт он передачу. Пройдёт тут навес. Есть игрок впереди. Ох ты же, да. Отлично защитник играет. Да, прям нормально пустили. И выносит мяч защитник. Ничего сюда не ожидал, даже в разрез. Идет. Катают они мяч. Хороший навес, но выбивают мяч. Отлично в прессинге сыграно. Не даем центр, вы что, прессингуйте, ё-моё. Прессингуйте. Опа. Да. Сейчас, сейчас. Они в пас. Хороший пас получился. А ведь мог сейчас сравнять счет. Даже не мог, а обязан был это сделать. Момент был очень хороший. Эффективен высокий прессинг сейчас. Самозабвенно катают мяч на своей половине поля игроки. Отличный пас прошел. И в центр. В принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. И теряют они мяч. Ой-ой, не туда. Не туда хотел. Ну, нельзя так отдавать мяч. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Один... Четыре, четыре, два. Ну, классик. Все большие пипины. Новый стиль. Это Лоуд Вард раньше так играл. Только борьба, только навес. Кирпич Диэро. Дубль 2, мотор, да? Продолжается наш матч, второй тайм. Пас на фланг. Играет в пас команда. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Ходит мяч у них. Россия. Отлично сыгран. Получится у них контратака здесь. Ну, ё-моё. Это шо? Ты так в Warface будешь делать. Нормально. Давай, давай, не упускай. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Играет он на партнера. И как он дальше мячом распорядится? Отличный отбор мяча. Макси. И место есть на фланге. Месси. Хорошо. И что дальше тут будет? Что-то он может придумать с мячом сейчас. И выносится мяч из штрафной. Не туда. Бля.
сыграно жестко, но в рамках правил. Давайте посторожимся. Можно перевести дальше. Идут они в атаку. Дальше. Месси. Еще верни. Вот так. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Отдает он мяч. Царян. Хорошо сейчас защитник на фланге играет. Пошли последние полчаса игры. Влад. Есть на фланге пространство. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Давай. Отлично, они мяч держат. Опа, смотри. Катают. Еще есть центр. Еще под удар. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Играют они в пас. Да заебали там крутиться, блядь. Вот. Дряблый дриблинг, блядь, показывает там. Лучше бить, потому что хотя бы 2-0. На фланг мяч уходит. Можно играть дальше, считать орбитом. Бля, ну сыграйте через дом, ебать, куда-то. Хорошо, он с мячом вперед идет. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Прижали, видишь, чувствуется. Нормально. Центр. Очень хорошо он умеет. Разворот. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Да. Хороший пас получился. Играет в пас команда. Вводит мяч у них. Осторожно. Больших. На штанге стоит, нет? Да, да. Рюкзаков вот отобрали. Штанги, блин, ЛЗПЗ. Ну, я хотел. Меня почему-то стать. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Но чуть-чуть все. Поточнее бы сыграли, и по-другому могла это отобрать. С тобой буду. С тобой. Тащи, я чего не дал? У защиты оказывается мяч, но опасности нет. А вот около штрафной это может быть опасно. Дорожить нужно, лучше на результат. Там просто не, а я Макс и все. И через край пошла атака, тут есть немножко свободного пространства. И есть прострел в штрафную. Хорош. Отличный сейв. Вот. Сучка. Все, потому что я отбил. Штанга дальний. Дальний, возьмите дальний ю. Я тут мелкий. Дальний один. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. С тобой. С тобой. Мяч у соперника теперь будет. И что дальше тут будет? Надо сравнивать. Забивай. Удар в штангу. Ну выбей. Атака продолжает. Нажимал раз 10. Я, блядь, виноват. Потрясающая развязка, но Гораздо. Еще есть немного времени. Может быть, вот мы там увидим надо еще забивать. Один мяч ворот. Так как бы без лич не обошлось. Счет аутсайдер. Смотрим дальше. Да, здорово завелась команда. Сейчас начнется самое интересное. Счет снова равный. 1-1. И как он дальше мячом распорядится? Авес тут напрашивается. Простили соперника, а ведь видимо было так близко. Да, да. Не удивляйся. Я вроде бы говорю, вы вроде не слышите, что ли, вообще. Да маги, мне кажется, уже похуй видно, блядь, по действиям, как он начал играть. Блядь, ну там пас можно было отдавать два раза, нахуй, ближнему, ебать. Дальняя. Хуйню какой-то делает уже. Дальнюю один игрок остается. Нахуй тогда пусть не играет, блядь. Он подает в центр штрафной, переправляет мяч в направлении партнера и пролил. Помогает вратарю игрок.
Хорошая возможность забить у них сейчас. На контру уйдите, кто-то. Удачно исполнит угловой. Фланги повышены. Пошла подача. Фланги. Ага. Можно сюда. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Многообещающе выглядела эта контратака. Что вместе бежали? Быстро все сошло на нет. Счет равный, играть осталось недолго. Ну что, удаст? Какая техника, как он обращается? Вы только посмотрите. Отличный сейв вратаря. Ой. Две минуты добавлено к основному времени тайма. Великолепен защитник сейчас спас правый команду он этим действием. Последний шанс сейчас есть, Фесик, чтобы вырвать победу в этой встрече. Времени почти не остается. Конец основного времени матча, но не конец игры. Надо ждут два дополнительных. Бля, вообще мой игрок забил тесно. Чем мой? Ну, второй тайм мы сдали, если ты там уж открыто говорить, по факту. Да там забивать надо было. И пас, блядь, не на другой конец отдавать, а ближним Вадику. С этой вся хуйня и началась для их атак. Понялось.